Дорогие педагоги, уважаемые гости, вот наконец наступил наш долгожданный волнительный праздник. Праздник последнего школьного звонка. Ребята, наверное, ваше волнение, вот ваше чувство праздника, но волнительного праздника, оно сегодня всем нам передается. Мы вместе с вами волнуемся, но мы вами гордимся, мы вами любуемся. Какие замечательные, умные, талантливые выпускники выходят сегодня из школ нашего города. А из школ города выходит 233 замечательных школьника. Из них 31 – это кандидаты на получение золотых и серебряных медалей. И конкретно в гимназии номер 9 – это 11 человек. Ребята, особая наша гордость вашими достижениями, достижениями вас, уважаемые родители, и вас, уважаемые педагоги. Ребята, помните главное, мы вас верим. Верим, что вы сможете доказать ваши медали высокими результатами единого государственного экзамена. Вы выберете самый правильный, самый лучший жизненный путь. Вы получите самую лучшую достойную профессию. Ну и, конечно, мы вас ждем. Возвращайтесь. Возвращайтесь в наш город, в наши школы, на наши предприятия, в наши учреждения. С праздником! И, уважаемые родители, уважаемые педагоги, огромные слова вам благодарности за каждого нашего замечательного выпускника, за ваши бессонные ночи, за ваше волнение, за ваше душевное тепло. И вас, уважаемые взрослые, с праздником последнего школьного звонка. Спасибо.